Ты сейчас мне делаешь, да? Такую одноименочку. Понял? То есть вот попробуй, одноименочку, да? На ногах. То есть что? Раз, два, три, четыре. Ай, видишь? Потерял ровно. А почему я потерял равновесие? Потому что ногу стал вот так ставить. Потому что стал вот так ногой тянуться. Не поднимать колено. Теперь смотри опять. Видишь? Мне даже смотреть не надо. Поднимаю колено и ставится нога куда угодно, на одно и то же расстояние. Поехал. Опа, видишь, стал наступать? Ты заставь себя, когда ты пойдешь туда, поднимать колено. Понял? Поднимать колено, с носка ставить. Давай, побыстрее. Поднимай, поднимай колено. Нет, ты захлёстываешь голень. Еще раз, пошел назад сразу. Вернул, ну, перешел туда. Пошел назад. Поднимай колено. Ага. Вот смотри, вторая ситуация. Ты левой ногой, удобно? Ты же левой ногой пошел назад, да? Нормально, да? А на второй ноге стал тормозить, да? Почему? Не поднял. Правильно. Обе ноги одинаково работают. Обе ноги одинаково. Вот заставь себя. Давай. Пошел вперед. Ты опять захлестываешь голени. Ты делаешь вот это движение. Вот это. Вот, поднимаю колено. Вот, поднимаю. Покажи мне, поднимай. Как ты на месте бежишь? Покажи. Во! Ну-ка, спиной вперед побежал. Поднимай колено. Опять. Ты опять захлестываешь голени. Тебе совершенно не важно, назад ты делаешь движение или вперед. Ты опять назад пошел захлестывать голень. Поднимай колено. Во-во-во-во-во. Вот, вот сейчас принципиально. Поймал чуть-чуть? По-другому было? Покажи мне еще раз. Молодец, молодец. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И вот здесь теперь, как только ты вот тут сохранишь плечи над носками, тебя твоя спина никуда не будет тянуть руки. Ясно? Давай. Почти. Вперед и вправо. Ах, опять, видишь? Так, теперь давай с тобой в другую игру сыграем, да? Смотри, у тебя цифры есть. Раз – это вперед, два – это назад, три – это влево, четыре – это вправо. Исходное положение твое, смотри, какое. Исходное положение. То есть у тебя нету паузы. Ты всегда вот здесь. Например, раз, раз-два, два, раз-два, три. Четыре. Понял? Попробовал. Приготовился. Раз. Четыре. Два, три. Куда ты пошел? Почему по диагонали? А ведь теперь заметил, что тебе два – это куда? А три? Влево. А как будет удобнее сделать назад? С какой ноги пойти назад? Разве? Разве? Почему с правой? А? Ты же на левую ногу пойдешь в сторону. Два, три, четыре. Понял? Вот и думай. Приготовился. Раз, четыре, два. Два-три раз. С какой ноги пошел? Ну, еще раз. Вернись. Пока. Что-нибудь получается? Конечно. Да? Ну, а что такое? Два-три раз. Видишь, неудобно опять стал. Опять не с той ноги пошел.
Да, во. Хорошо, вот смотри. Здесь понятно, да? Вот смотри, здесь какой момент у тебя возникает? Здесь основная задача твоя, основная задача. Я специально тебе даю не слова сразу вперед, назад, влево или вправо, да? Я тебе специально даю цифру. То бишь у тебя, понимаешь, что ты должен? Ты должен не напрячься. Вот ты услышал цифру, тебе ее надо что, перевести в русский язык, да, сначала? Раз это что, а вперед, да? Назад, в сторону. Вот когда ты слышишь эту цифру, например, это то же самое, что... То есть я искусственно создаю тебе какую-то ситуацию, да? И ты должен быть в состоянии постоянно каком? Готовности. Ты должен, а готовность боксерская, это когда ты всегда расслаблен. То бишь, увидел лапу тренера, не напрягся. Увидел, там, противник на тебя дернулся, ты не стал напрягаться. Там, опа, сделал какое-то движение, потому что у тебя есть время принять это решение. Вот ты должен быть расслаблен. И моя, и ситуация, которая сейчас вот внешняя, да? То есть внешняя, слуховая твоя реакция. Не торопись, успеешь. И сейчас ты становишься, смотри, сейчас ты становишься в боевую стойку. Понял? Исходное положение твое, опять тоже, вот одноименочка, да? Только здесь уже конкретно. Вперед, передняя нога. Влево, левая. Назад, правая. Вправо, правая. Понял? Пятками не опускаться. Ты стремишься выпрямлять ноги. И вот смотри, будет команда, да? Раз, четыре, да? То бишь вперед пойти надо. Раз, два, да? И вот теперь этой-то ногой шагать неудобно сразу сюда. У тебя будет переступ, это нормально. То есть ты можешь перешагнуть. Раз, четыре, то есть вперед и вправо. Раз, два, три, опа. Ясно? Лишнее движение немножко, пускай оно будет. Но этим лишним движением что ты делаешь? Ты сохраняешь... Вот этим переступом. Ты сохраняешь, ты ощущение повторяешь, что твои плечи над ногами. Понял? Потому что если ты пойдешь раз чуть вперед корпусом, ты здесь переступить уже на месте не сможешь. Понимаешь? Тебя несет. Твои плечи всегда должны быть над ногами. Понял меня? Давай попробуем. Раз, раз, два. Два это куда? Продолжаем. Раз, раз, два. Запутался. Повтори сам, как это будет. Вперед, вперед, назад. Да? Боком ноги. Вот видишь, у тебя сейчас идеальная стойка. Вот ноги по диагонали стоят, вот по углу, да? Чуть боком ногу левую поставь. Во. И вот она и должна идти у тебя по линиям всегда. Раз, три, два. Почему нога развернулась левая? Потому что не поднимаешь, потому что опять пытаешься где-то нащупать. Потому что не поднимаешь ногу. Именно поднимая колено, у тебя всегда начинаешь ставить ногу куда-то, она будет разворачиваться. Мне даже смотреть туда не надо, видишь? Понимаешь? Я просто поднимаю коленки, и моя нога сама выходит на определенное расстояние. На какое? На длину стопы. Всегда длина стопы, шаг у тебя свободный. Понял? Поднять колено. Вот они вот так стоят, колени у тебя, так и поднимай. И ставь куда-то. Или вперед, или назад. Или в сторону, но никак не ногой, не ищи там положение. Давай еще раз. Фу. Раз, четыре, два. А, перепрыгнул. Ну-ну-ну. Раз, три, два. Ты, зачем ты, почему ты перепрыгиваешь на ногу? Ты должен переступать. Раз, раз, три. Ну куда? Три это куда? Соображай. Раз, два, два. Куда? Почему передней ногой пошел? Заставь себя там переступить, потому что нога занята была правая. Еще раз повтори. Раз, два, два. Раз, два, раз,
Раз, вот. Поднимай коленки, прошу тебя. Раз, раз, передний. Раз, раз, три. Переступай ногой. Видишь, разворачиваешь опять левую ногу. Где группировка? Два, два, четыре, раз. Переступай ногу, ставь ногу туда. Расшири. Ты опять перепрыгиваешь на ногу. Ты переступай ногу, ставь ногу туда. Не перепрыгивай на нее. Давай сам поработай, подвигайся. Боком нога, боком, боком. Видишь, почему переступай, перепрыгиваешь? Потому что корпусом начинаешь помогать. Только ногами. Поднимай коленки, поднимай, поднимай, поднимай боком ноги. Вот весь тело на обеих ногах. Поднимай коленки. Опять, видишь, нога боком вниз ушла? Смотри вниз, смотри, смотри. Пускай ты пока вниз смотришь. Боком ноги ставь. Давай, давай, давай. Три движения подряд делай. Два, три, четыре. Ай-яй-яй. Ну, старайся без паузы где-то сделать. Поднимай колени. Видишь, опять нога левая развернулась. Хорошо, вернись. Вот. А теперь то же самое, но в челноке. Приготовился. Да, сам спинать. Нет, со мной. Челнок. Вот, двигайся. Вот видишь, вперед-назад. Вот, смотри. Вот ты опять стал двигаться вот туда. Вот линия идет. Вот у тебя нога боком стоит. Но да не настолько же боком, дорогой. Вот они, на 45 градусов. Вот, видишь, по диагонали стоят. Вот на носках. И вот ты по линии вперед-назад должен двигаться на месте. Короткое движение. Обеими ногами. Раз-раз. Вперед-назад. Два-три раз. Раз-четыре-четыре. Вперед-назад. Два-два-три раз. Сразу. Выше на носки встань. Да, выше на ногах. Плечи свободно. Расслабь плечи. Раз, два, два. Раз, три, два, четыре. Ну а что не смог сразу? Плечи. Подниму левая рука. Раз, два, два, три. Ну, ничего за паузы. Раз, четыре, два. Раз, раз, четыре. Ну, где второй раз? Сразу, быстрее. Нету паузы. Два, два, три. Прыгай вверх и вперед, вверх и в сторону. Раз, раз, три. По диагонали полез, видишь? Раз, четыре, два. Стоп. Уже лучше было. Да, выше на носках. Вот сейчас у тебя, видишь, безвыходно, ноги работают. Да, заработал голеностоп? Здесь уже ошибок не прощается. Вот надо перепрыгивать. А теперь ты можешь стать шире ноги поставить. Как? Это узкое такое положение было, да, широноплечь? Вот ты поставил ноги. И то же самое. Тан, тан, тан. Понял? Пробуй сам, сохраняя боевую стойку. Пошел. Ну? А можешь несколько движений? Даже, смотри, вот атака, вызов, та же самая. Та-да-дам! Та-дам! Это же боевые действия. Шире ноги, через квадрат поставь. Пошел. О, молодец! Опа, поймал. Вверх движение. Видишь, безвыходно тут через палочку перепрыгивать. Плечи, смотри. Пошел, сжать кулак. Вперед-назад. Где вперед-назад? Ага. Чем, смотри, чем выше ты встанешь на голеностопе, жестче. Я могу шире ноги поставить, но у меня, смотри, голеностоп жесткий. Я выключаю вот это бедро тогда. Бедро не будет уставать. Фактически у меня работают сухожилия. Та, отпрыгнул. Короткое, резкое движение.
Напряги стопу на сухожилиях. Выпрями выше на передней части стопы еще раз. Да, да, вот обеими ножками. Молодец. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Короткое движение. О, молодец, равновесие. Никуда не ушла без тела. Вверх, вверх, вверх. Молодец. Ну-ка, заднюю ногу подбери немножко. Ты на передней ноге валишься. Назад чуть-чуть из тела. Вот так. Во, удобнее же так. Вот, молодец, ноги под собой. Время. Понятно действие? Сюда же добавляем, что? Сюда же добавляем. Ударные движения, все. Одноименочки. Да. Да? Фронтально можешь. Оп. Ты равновесие приучаешь себя делать, чтобы тебя никуда не рвало. Понимаешь? И вот в конце, смотри, как ты четко стал, да? В движении прыг. Согласен? Ну-ка, без лесенки двигайся. Быстрее. Зеркало, кулаки, шире ноги. Как ты стоял? Чуть на задней ноге. Да, 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 пошел. Вот, во, назад, теперь на задней ноге, дорогой. Вот чуть-чуть, на задней ножке, да. Есть одно, Рашид, запомни, одно правило. Либо на задней ноге немного, либо посередине весь тела. Но никак не на передней ноге. Кулаки. Да, 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 дальше переднюю ногу. Вот, на задней ноге, выше на носках. О, удобнее стало? Видишь, плечи расслабились. Все, молодец. Пойдешь, собери, пожалуйста.